Авария на 150 тысяч долларов. Так в сети комментирует ролик с одной из парковок Китая, где владелец автомобиля Bentley, решивший оплатить стоянку, не поставила свое транспортное средство на ручной тормоз или в режим паркинга. О чем тут же пожалела. Люксовая иномарка скатилась по наклону и врезалась в стену. В итоге разбитой оказалась вся передняя часть машины.